19 номер команды «Авангарда». Очередное интервью, пока не послематчевое, берем экспериментально во втором периоде. Как характеризуете сегодняшнюю игру в целом? Игра хорошая, нет реализации просто. Не завершаем. Так моменты есть, надо забивать, не забиваем. Чего сегодня, по вашему мнению, не хватает? Ну вот реализации, скорости и реализации. Некоторые ребята очень медленно просто. Какие-то у вас есть действия, либо манипуляции, чтобы собраться, поменять ход игры и какие-то напутствия для игроков своей команды? Ну, нужно всем идти вперед, завершать свои моменты, не тратить, делать, забивать голы. Сейчас тренер придет, скажет, что кому делать. Может, перестановки какие-то будут. Была ли у вас какая-то либо тактика сегодня, и придерживались вы ее? Ну, тактика всегда есть, всегда придерживаюсь. Тренер, с которой тактики. Хорошо. Желаю вам сегодня отличной игры, сравнять, может быть, выиграть. Поэтому желаем вам собранности, четкости, самое главное, без травм, без нарушений, без ударений, хорошей игры в конце, так сказать, рабочей недели. Вам спасибо.